В рамках акции «Внимание, дети!» сотрудники ДПС проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Особое внимание уделяется правилам перевозки детей и предоставлению преимущества пешеходам. В завершении профилактических бесед инспекторы вручают наглядную агитацию и световозвращающие элементы. Подобные рейды в Сочи проводят регулярно. С начала операции «Внимание, дети!» инспекторы полка ДПС составили более 50 административных протоколов за нарушение требований к перевозке детей. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере 3000 рублей. Еще свыше 100 административных материалов полицейские составили на водителей за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам.